Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Псалмы, 26-й псалом. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники, враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Аллилуйя! Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезу правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа и мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, истинно наш Господь и Бог. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Евангелие от Матфея, глава 23. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Евангелие от Матфея, глава 23. Евангелие от Матфея, глава 23. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя! Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Прости, Господи, и помилуй. И люди находятся во тьме, не зная Тебя, Господи. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя! Евангелие от Матфея, глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Евангелие от Матфея, глава 23. Тогда Иисус начал говорить... Господи, помилуй! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Евангелие от Матфея, глава 23. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи. Евангелие от Матфея, глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте». И делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают.
связывает бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагает на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят возлежание на пиршествах и приседания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель», а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья, и отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвышен будет. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чисто было и внешность их была. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. И говорите: если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их пролития крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождение ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне. Аллилуйя.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Мир вам. Здравствуйте. Вы хотели что-то спросить? Какую Библию читаете, православную? Да, конечно. По благословению патриарха Алексея, выпущенное Евангелие. Значит, оно не нужно было. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение, наш Господь Христос. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Слава Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение. Ты единый Господь. Прошу Тебя, Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Псалом 27. К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, что при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящему в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь – крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое. Я прославлю Его песню моею. Господь – крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое, паси их и возвышай их вовеки. Аллилуйя! Мир вам! Спасибо. А что вы здесь делаете? Можно спросить? Что я делаю? А вы выслушивать можете, чтобы в ответ не ругаться? Да. Слава Христу! Вот этот чат-рулетка... Это дыра в преисподнюю. Тут блудят, открыто, все есть. 50%-то раздетые, голые мужики, просто выброшенные, как падаль на дороге. 80% мусульмане. И все безбожники, те и другие. Тут единицы, которые верят в Бога. И они погибают. И все, курят, едят, пьют. То есть блуд поддерживают. В дыму сидят. И поэтому я, как православный проповедник и миссионер, сюда пришел. После смерти брата, он два ролика тут составил, умер он, парализованный был. Я попросил у Бога милости наградить меня даром, который имел брат парализованный Сергей, чтобы достучаться до сердец людей, рассказать о Боге, считая псалтырь, считая Евангелие, совершаем правила. Тем более сейчас неделя первая поста, уже второй день будет, считается канон Андрея Крицкого. Люди, которые, вот как вы задерживаетесь, а то обычно мелькает секунда, их уже нету. Рассказать о Боге, о наших ресурсах. У нас ресурс называется «Во свете Библии» YouTube. «Во свете Библии». Если вы заряете «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, это я из Барнаула, вы зайдете, у нас 14 300 роликов. Мы строим православную деревню с нуля, где человек должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это работа, которая идет. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе и благодарение. Хвала и благословение, Господи. Всякую пакость показывает пальцами, даже ничего нету, а все равно нужно показать, что он заядлый блудник. И люди во тьме находятся, неосвященные. Это истинное положение людей в этой дыре в преисподнюю.
это ужас мрака и тьмы, где разжигается похотью друг на друга, делая срам и получая возмездие в самих себе за должное заблуждение. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Честь и поклонение, слава и благодарение! Ты велик, наш Господь, и всехвален! Ты достоин всяческой хвалы! Этот грех захватил и малых детей в этом месте тьмы и мрака, в этом месте Содома, Гоморры и ужаса. Люди собрались как будто для одной цели – совершить блудодеяния, смертные грехи. Показываются головы, показываются скрытые органы тела. Непрерывно курят, пьют, наркотики принимают. И Ты послал нас в это место, Господи, мы верим в это, чтобы людям возвестить о любви Твоей. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Великие дивные дела Твои, Господи! Найди новые души, которые желали бы услышать о любви Твоей, о скором Твоем пришествии, Христе Боже наш! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Боже, будь милостив ко мне грешным, создавший меня, Господи, помилуй меня! Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя! Веруя во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловешшегося, распятого жданы при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славой судите живых и мертвых, его же царствие не будет конца. И в Духа Святаго Господа истинного, животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Псалом 28. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами. Бог славу возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу Ливана и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса. И во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
все рушится перед крестным знамением и чтением Слова Божия. Господи Боже наш, слава Тебе! Великий и дивный Господь наш, благодарим Тебя! Кто поверил слышимому от нас? Человек, который в чести неразумен, подобен скотам. Прости нас, Господи, и что, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. Прости нас, Владыка, прости и благослови, и найди новые души. Откроем истину Твою. На молящегося смотри-ка, как на диво, ибо никто детям не возвестил о Тебе, и не знают они Тебя. Соверши избрание Твое над ними и благослови их, Господи. Не дай им совершенно погрязнуть в этом месте мрака и тьмы, заблуждения и прелюбодейства. Аллилуйя! Тебе, Господи, хвала! Тебе слава, честь и поклонение! Любящий наш Господь, пошли добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, их буддистам, и всем возвести о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Коснись сердца правителей, Господи, наведи страх Твой на них, сохрани их от покушения на них. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, за все Твои милости и щедроты. Не по делам нашим даруешь, но по Твоему человеколюбию. Аллилуйя. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Евангелие от Матфея, глава 24. И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. И Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» И Иисус сказал им в ответ: «Берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной. Восвидетельствуй всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, считающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте.
ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангела своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров края небес до края их. А смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знайте, что близко лето. Так когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все сие будет. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. А дне же том и счастье никто не знает. Не ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо ели, как в дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет в пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тут, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и если пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ибо нет иного Бога, кроме тебя. К тебе, Господи, вопием, на тебя уповаем. И просим Твоей милости прибыть с нами. В этой яме блуда и гнева Твоего. Псалом 29. Псалом Давида, песнь при обновлении дома. «Провознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня». Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господу умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу. Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем.
Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Вы хотели что-то сказать? Здравствуйте. Только без друга не спокойно, я вас послушаю. Здравствуйте. Добрый день. Как у вас дела? Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Какие-то у вас вопросы есть, вы можете задать, что касается спасения души человека. А только спасти. Потому что за наши грехи Христос умер, Спаситель мира. И веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. Ибо написано, верующий в Сына Божия, Христа, имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А вы из России, да? В России, город Барнаул, Алтайский край. Вы можете зарядить наш YouTube во свете Библии, Игнатий Лапкин. Там 14 300 роликов наших. Просмотров 31 миллион. Там... А как оно называется? Это именно ваш канал, да? Да. А если вы напишете во свете Библии сайт, зайдете на сайт. Там 38 моих книг. Можете посмотреть. Ничто себе, ничего себе. Мы строим православную деревню с нуля. Я был начальник лагеря, который сам основал православного, единственного в СССР. 45 лет. Без помощи государства. Тысячи детей отдохнули. Мы говорим, что можно в бедности жить красиво и интересно, и никого не ругать, а молиться. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.